Московские клиники поступили на лечение еще 6 тяжело больных детей из Донбасса. Накануне поздно вечером они в сопровождении отряда Центра СПАС и сотрудников Центра медицины катастроф прилетели спецбортом российского МЧС. Он приземлился в аэропорту Домодедово, откуда ребят забрали на скорых. У маленьких пациентов, двоим всего по 1,5 года, как тяжелые хронические заболевания, так и ранения, полученные в результате обстрелов их родных городов. Во всех случаях диагноз настолько сложен, что лечить в Донецкой области не взялись. Состояние детей стабильное, без отрицательной динамики. Двое детей – это дети, которые получили ранения. Они были доставлены на носилках. Вот. Остальные дети – это дети с заболеваниями, которые нужны и необходима высокотехнологическая медицинская помощь. Ребят направили в Морозовскую больницу, научно-практический центр помощи детям и Институт неотложной детской хирургии. Эти клиники и раньше принимали на лечение пациентов из Донбасса.